В Омске из-за пожара едва не погибли двое детей. ЧП произошло в многоквартирном доме на Космическом проспекте. По словам очевидцев, возгорание произошло на балконе. Причиной пожара мог стать брошенный с верхних этажей окурок. Спасателям удалось вытащить из горящей квартиры детей. Они не смогли открыть железную дверь. На месте происшествия работало 14 человек и 4 единицы техники.